Рона, давай уже побежали, ну. Иду, иду. Вау, посмотри, как тут оставляют посуду. Отвратительно. И потом еще удивляются, что тут есть крысы. Тут есть крысы? Ави нашел какашки на кухонном столе. Я слышала, уже вызвали дезинфекцию. Хватит, Керен, фу. Это правда то, что ты говоришь? Короче, я сбегаю на секунду в туалет. Там полно кошек на улице. Нурит, что ты говоришь в самом деле? Я назад возвращалась бегом. Я сказала Адаму только через мой труп. В этом месте я расписываться не буду. Мы закрыли другой зал в Нейбраке в тот же день. А, прекрасно. Прекрасно, значит, ситуация немножко успокоилась. Какой там успокоилась? А свадьба через неделю. Мне еще нужно организовать платье, съемку, диджея, прическу. Даже девичник нет времени сделать. Вау, знаешь, как это расстроило девчонок? Чтоб ты знала. Я больше других расстроилась, ты знаешь. Но когда я все успею, Хели? Я говорю тебе, у меня даже поесть нету времени. Скажи, ты думаешь, это не просрочено? Нурит, нет! Она обращается к своей подруге по имени Рона. Говорит, Рона, яла. Яла — это сленг с арабского «давай». Давай, Рона. Бо науф. Давай, науф — это полетим. Но имеется в виду «давай, скорее». То есть они куда-то, видимо, опаздывают. Он говорит, скорее давай, пошли. Бо науф квар. Квар — это уже. То есть полетели уже, ну. Иду, иду. Йоу, это удивление, как вау. Тири эх маширим кан келим. Посмотри, как оставляют здесь келим. Здесь имеется в виду посуда, но вообще келим — это инструменты. Но келим преобразуется в клей, и может быть клей авуда — это рабочие инструменты. Клей ктива — это письменные принадлежности. А вот клей мидбах — это посуда. В разговорной речи просто говорят келим, а мы по контексту уже понимаем, что это. Голь нефеш это разговорное, это что-то типа отвратительно, омерзительно. Допустим, можно сказать, что человек ведет себя очень омерзительно. Просто голь нефеш. Или когда где-то очень грязно, не убрано, можно сказать голь нефеш. Харезамит палим шеешкан хульдот. Хареза митпалим. После этого удивляются. Митпалим — это удивляются. Шиеш кан хульдот, что здесь есть крысы. Крысы — это хульдот. Тут есть крысы? Ави, скорее всего, это имя ее друга. Маца — это нашел. Нашел в прошедшем времени. Кан глилим аля шаиш. Здесь. Глилим – это какашки, но это такое более литературное. В разговорной речи обычно говорят каки, аля шаиш. Шаиш – это кухонный стол. Я слышала, уже вызвали дезинфекцию. Адбара – это дезинфекция. Если у вас дома завелась всякая живность, крысы или еще кто-то, то тот, кого вы вызываете, это мадбир. То есть он делает адбара. די, קרן, איכס, נו, את לא אמיתית איתי. Дай, Керен, хватит, Керен. Икс. Икс это, я думаю, на русском тоже говорят икс. Ну, отломи титити. Это сленг, имеется в виду атло амитит, и ты не настоящая со мной. То есть имеется в виду, что я не могу поверить этому. Короче, я сбегаю на секунду в туалет. Ям – это море. Ям хатулим бахуц, дословно, там море кошек на улице. Нури, хватит. И опять эта фраза уже была. Атломи титити. Я не могу тебе поверить. О чем ты говоришь в самом деле? Я назад возвращалась бегом. Я сказала Адаму, ямута олам, дословно умрет весь мир, но имеется в виду, это что-то похожее, как на русском, только через мой труп. В этом месте я расписываться не буду. Мы закрыли другой зал в браке в тот же день. А, прекрасно. Азнирга кцата лахац. Нирга это успокоился, кцат это немножко, лахац это давление. То есть вольный перевод это ситуация немножко успокоилась. Какой там успокоилась? А свадьба через неделю. Тавин, если ларген симла салам. Если ларген, это мне еще нужно организовать. Симла – это платье, салам – это фотограф. Диджея, прическу. Афилу мсибат равакотензман ласот. Афилу мсибат равакотензман ласот. Афилу даже, мсибат равакот – это девичник, мсиба – это вечеринка, равакот – это незамужние девушки, а раваким – это незамужние парни. Поэтому девичник – это мсибат равакот, а мальчишник – это мсибат раваким. Энзман ласот, нет времени сделать. Йоу, зима забеста баноты. Йоу, зима забеста баноты. Йоу, вау. Замазе, мазе это преувеличительная степень, очень сильно. Биес это банот. Биес это расстроила, это банот девчонок, девочек. Но ты дилах. Ты дилах это разговорное. Ты ди это знай, имей в виду. Я больше других расстроилась, ты знаешь. Но когда я все успею, Хели? Я говорю тебе, у меня даже поесть нету времени. Тагиди, скажи, за ниралах бетокев, нира это кажется, ниралах тебе кажется, бетокев это не просрочено. Токев это число, которое пишут обычно на продуктах, что их нужно употребить до этого числа. Нурит, нет! Спасибо за просмотр. В следующем ролике вы узнаете, как подружкам все-таки удалось выйти из этой ситуации. А вы обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить его.